Ребята, сейчас вы увидите настоящее возвращение легенды. Хедзер будет вытворять такое на карте монастырь, что вы просто будете в шоке. Посмотрите, в какую, я не зря открыл, посмотрите, в какую таблицу он попал, в какой бой. Он в топе списка. Здесь куча танков третьего уровня. Огромное количество ваншотных для него ПТшек. Посмотрите, Валентайн, штук 3Б, в принципе, можно заваншотить. Т-28 тоже вполне можем заваншотить. Поэтому... Он еще на фугасах и на кумуляках. Посмотрите, 410 средний урон фугаса и у кумуля 350 при пробитии 104. Короче, все внимание на экран. Сейчас будет лютая красота. Вам обещаю понравится. Ну что ж, Хедзер — это такая действительно легендарная во многом плане ПТшка. Довольно давно ее уже игроки катают. Очень старенькая она и до сих пор продолжает держать свою актуальность. Не знаю, как будет дальше после след нового патча, но вот пока в текущем мы можем насладиться крутыми нагибами на этой ПТшке. Их прям, ну, не так уж слишком много, прям настолько крутых, как этот, но все равно действительно можно найти. Поэтому посмотрим, как наш герой возродит эту легенду, возродит ее в рандоме в текущем патче. Буквально недавно сыгран этот бой. И вот первый фраг уже в нашей копилке. Ну, возродит в плане того, что раньше, взять года 3-4 назад, ну, Хедзера прям очень любили. На нем снимали ролики, создавали взводы по 3 Хедзера. Все это очень классно игралось. Сейчас, конечно, не так открыто он нагибает, как раньше, все-таки. Чуть поменьше, но, тем не менее, тоже, короче, не буду вас интриговать больше. Давайте уже... посмотрим, что реально будет происходить в бою. Начинается все с того, что проезжает по восьмой линии наш герой. Даем них неплохую клюху по Т-28. И следующим же снарядом, как я и говорил, Т-28 в этом бою не сдобровать. Мы оформляем уже 1000 урона, к слову говоря, и 2 фрага. Не удается добрать ПЗ-3Е, тем не менее домашку по нему мы прописываем. Т-29 здесь тоже... немножечко тупит, и его в ангар мы также в свою очередь пакуем. Впереди Су-76М и ваншотные ПТшки, помните, я про них говорил. Четвертый фраг, буквально меньше чем за 3 минуты боя, и уже почти 1500 дамага. Разве это не нагиб? Я скажу вам, нет, это только разминочка, ребята, как окажется позже. Но... увидите все сами. Итак, решает поменять кардинально стратегию наш герой. Не давить дальше по восьмой линии. Переезжает на вот такую позицию, где можно прострелить Валентайна. Посмотрим, как у него с этим получится. Пока что не особо сильно мы его пробиваем. Ну, по соточке так залетает. Но может сейчас кумулем мы его вообще огорошим. Ой-ой-ой-ой-ой. На 309 залетает по Валентайну. Это сразу же пятый фраг. Буквально чуть больше 3 минут с начала боя прошло. И уже мы близки к медали воина. Один фраг еще, и она будет у нас в кармане. Пробует он блайнить там Су-26, которая... а нет, она с другой стороны, поэтому это все бессмысленно. Надо съезжать, тем более очень неприятный счет 8-8. И действительно, если мы сейчас будем стоять на месте, то очень быстро останемся в одиночку против довольно большой толпы противников. Т-6 медиум прямо по курсу, пытаемся прокинуть по нему, но это безрезультатно. 8-11 счет. Команда просто ужасно себя показывает. Никто не стремится к победе. Ну, посмотрим, как все это будет смотреться в финале. А пока финал не наступил, напомню вам, что спонсоры этого видео — ребята с очень классного сайта whathub.net, где сейчас есть 2 крутых бокса. Называются они «В запасе» и «Прем запас». Советую открыть контейнер «В запасе», потому что, во-первых, у него крайне низкая цена, всего 69 рублей. Во-вторых, там можно выбить 15 тысяч золота. А и даже иногда выпадает приз в 25 тысяч золота, ребята!
уникальный контейнер действительно пополнить запасы голды очень сильно вам поможет. К тому же, если вы при пополнении счета на WhatHub введете промокод, который сейчас на экране, вы еще и гарантированно, ребят, получаете подарок, бонус лично от нашего канала. Обязательно используйте этот промокод. Если не запомнили, запишите его куда-нибудь на листочек. Он также есть в закрепленном комментарии под видео. Там ссылка, промокод, все там внизу. Так что запишите промокод, реально. Минимум на сотку пополняйте, вводите промокод, и вам подарок начисляют дополнительно. Советую использовать. Так, а мы смотрим дальше. Врывается наш герой прямо в такой лютый замес. Точнее, этот замес сам его настиг. Противники просто как с горы свалились. Отвешиваем плюху по Т-80. И сейчас слева будет ПТ-7. Надо выкатываться, он промахивается. Т-6 медиум по нам на 116. Люляки бабину отвесил. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, аккуратно, только не дай ему тебя закрутить. ПТ-7 очень опасен, несмотря на то, что кажется таким безобидным с альфой в 40, но он может нас закрутить. Но уничтоженный недавно нами Т-80 помогает нам с БТ-7. Потому что благодаря Т-80 БТ-7 в него врезается, и мы его ловим. Тут же арта. Непонятно вообще, что делает. Одни начинают упарываться на него один за одним. На секундочку, ребята, может вы не заметили, но у героя уже 9 фрагов и почти 3000 дамага. Т-6 медиум. А вот это будет тяжело. Или если он так будет выкатываться бортом, то не очень тяжело. Еще один ваншот. Ну разве это не возвращение легенды? 10 фрагов уже. Я думаю, ребят, палец вверх можно прожимать. Кстати, у нас в видео еще один повод есть прожать палец вверх. Это постоянные раздачи голды. До 10 тысяч голды можно отхватить в этом ролике. Для участия лайчинский прожимайте, подписывайтесь на канал, включайте колокольчик в режим «Все уведомления», самый верхний. И оставляйте позитивный комментарий с игровым ником. Ну а здесь... В это время с игровым ником и ID от контакта. А здесь в это время лютый ваншот по штугу 3B. Лютейший просто сейчас наш герой отвешивает. Красота. 11 фрагов. 3592 дамага на 4 уровне. На 10 уровне нанести столько забоя — это уже неплохой показатель. Почти 4000 дамага. Стойте, сейчас будет 4К, да? Чуть-чуть не хватит. 33 хп у нас. 564. 997 будет, если мы сейчас его добираем. А мы его добираем. 3997 дамага. Ну, можно сказать, 4000. Но я считаю, это достойно называться возвращением легенды. Потому что Хедзер реально нагнул. Смотрим итоги, а вы пока промокод запишите. Он в закрепленном комментарии под этим видео. Ребята, у нас медаль воина, стальная стена Калабанов мастер и еще почти 4К урона, 3997, 12 фрагов, красота. Вверху справа другой видос, увидимся, пока.